Ребята, всем привет! Сейчас раннее утро, и я решил устроить для Ани офигительный необычный челлендж. Пойдем ее будить. Анюта! Вставай! А, что случилось-то? Что? Аня. А почему камера опять? Потому что сейчас 24 часа челлендж! Ай, так, серьезно? И что? Что мне делать? Где мы тут будем-то? Смотри, нашим подписчикам так понравился наш предыдущий челлендж, где мы с тобой проводили его в ваннах, что сегодня мы проведем его на и под лестницей. Что? Кто-то будет 24 часа на лестнице, а кто-то под ней? В чулане получается? Да, да, давай скинемся. Кто выиграет, тот будет на лестнице. О, я не хочу быть в чулане. Давай, давай, кто победит? Давай. Раз, два, три. Я сверху, я на лестнице. Да, это победа. Мне надо собираться? Нет, челлендж начинается, как и в прошлый раз, в магазине. Ну что, мы уже в магазине. Сколько у меня есть времени, чтобы закупиться? Как всегда, у нас ровно по 2 минуты. Две минуты? Все, я погнала. Все, давай, погнали, погнали, погнали. Быстрее, 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 2 минуты, это очень мало. Надо быстрее найти все, что мне нужно купить. А мне нужно купить очень много всего. Так, 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 первое, что мне нужно, это какие-нибудь развлекашки. Что делать на лестнице 24 часа? Ума не приложу. И первое, куда я пришел, это в отдел со всякими развлекушками. Потому что 24 часа мне сегодня предстоит провести под лестницей. И мне нужно найти, чем я буду развлекаться. Посмотрите, что я нашел. Это гантели. Блин, буду заниматься спортом, отличная идея. Проведу челлендж с пользой. Только посмотрите, какую классную штуку я еще нашел. Просто смотрите, какая офигенная фигня. Я возьму ее. Может, Аню напугаю как-нибудь. Ну, или мне самому будет очень весело. Еще, мне кажется, мне пригодится вот такая штука. Очень крутая баскетбольная сетка. Смогу играть целый день в нее. Так-то берем. Слушайте, смотрите, что я нашел. Это, короче, слайм «Звездные войны». Я «Звездные войны» просто обожаю. И такой слайм я, честно говоря, вижу первый раз. Так что я его возьму и обязательно поиграю в него. Я пришла в отдел канцелярии и здесь нашла просто офигительные слаймы. Смотрите, единорожка. Какой-то рыжий слайм. Что это? Фонарик, или он прозрачный? Вот сколько их тут. И вот эти цветные. А что? Это неплохая идея. Сделаю из них себе один большой слайм. Вот будет круто. Возьму вот этот. С какими-то пупырышками. Вот этот прозрачный. И единорожку тоже. Блин, она вообще офигенная. 100% на эти 24 часа мне нужна будет водичка. Смотрите, какую офигенную я нашла. Столько вкусов. Чупа-чупсов я еще не видела. Возьму вот этот желтый, еще вот этот зеленый. Устроим большую дегустацию. Воды я набрала достаточно. Времени у меня немного, поэтому гоним за едой. Скорей, скорей. Интересно, а Саша все там успевает? Чипсики. Это вкусняшка. Я так давно не кушала читос. Ой, еще такие голубенькие. Смотрите, какие красивые крестики, нолики. Это еще игра. Сама с собой, конечно, не поиграешь, но зато будет вкусно. Глаза разбегаются. Я что-то вообще не сориентируюсь, что мне брать. Так, сосредоточилась. Сначала нужен завтрак. Ищем какие-нибудь булочки. Может быть, круассан? Ладно, я что-то разошелся. На самом деле времени-то мало. А мне нужно купить самое главное. Это еда. Капец, это Аня. Аня! Что ты тут делаешь? Ты уже столько всего набрала, блин! Все, иди отсюда, это мой отдел! Опять он меня опережает! Капец, она уже закупается тут тоже едой! Мне надо поторопиться! Где тут были круассаны? Быстрее, быстрее, быстрее! Круассаны без начинки. Ее я придумаю сама. Это же просто универсальный продукт! Можно сделать его и сладким, и соленым. Кислым не знаю, конечно, но я что-нибудь придумаю. Но свой день, конечно же, я начну со сладенького. И возьму себе баночку с Нутеллой. С ней всегда получаются самые вкусные круассаны. И мои самые любимые мармеладочки. Какой взять сегодня вкус? Вот это я еще ни разу не пробовала. Слушайте, возьму. Отлично, подойдут под какой-нибудь сериальчик. Так, хлеб – это, как говорится, всему голова. Если на челлендже хлеб есть, значит, я не буду голодный. А это уже половина победы. Идем искать дальше что-нибудь вкусненькое. Так, я уже пришел в отдел с сыром. Сыр я обожаю, к бутерброду он 100% подойдет. Но мне нужно искать сразу нарезанный, по-любому. Нарезанный сыр, пожалуйста, а ты где? Вот он! Так, вот сырок нашел.
козьим молоком, я его просто обожаю. И еще, чтобы вкуснее, конечно же, надо взять творожный. Вот, отлично, мой любимый. Время, у меня мало времени. Слушайте, я кое-что только что нашел. Просто посмотрите, какие-то зеленые арахис возьму. Мне кажется, это вкусно. А, капец, я только что понял, что я забыл всякие чипасики и газировку. Я же без этого просто не вытяну. Стоп, перчик, черри, это вообще самая вкусная вещь на свете. Я ее беру. И гоним за газировкой. Слушайте, я очень давно хотел попробовать вот эту штуку со вкусом, как его, забыл, блин, арбуз, вот. Она вообще просто гигантская, тут, наверное, литр, наверное, да? Офигеть, короче, беру. Наконец-то я в отделе с чипсами, мой любимый отдел. Какие самые вкусные чипсы? Конечно, сметана и лук. Зеленый лук тоже очень вкусный. Фу, прикол, напиток со смешариками, я возьму, короче. Клубника, банан, прикольно. На обед я возьму себе творожный сыр и тоже схрумку его с круассаном. Например, вот такой. Мое утро чаще всего начинается с кофе, но не будет возможности сделать его. Поэтому я решила проблему и возьму себе вот такой холодный. Короче, все, я побежала дальше. Интересно, Саша там много набрал? Время. Слушайте, я только что понял, что я забыл сладкое. Ничего сладкого не взял. Как я протяну? О, вот это то, что нужно. Короче, смотрите, сколько чупиков. Я возьму очень много. Потом вам покажу. Целую коробку просто. Ну и, конечно же, мармеладик. Ух ты, какие классные яички. Прикольно выглядят, я возьму такие. Время, очень мало времени у меня. Утренний уход за собой никто не отменял, поэтому освежающие патчи мне точно понадобятся. Эти ли эти? Возьму с клубникой. Промахнулась. Блин! Все, погнали. Что я просто обожаю, это байты. Ням. Без них точно не проходят ни одни мои 24 часа. Ого, что я нашла. Это же прокачанный доширак. Смотрите, супчик. Грибной суп-пюре, да это же вообще тема. Возьму, попробую. Класс. О, перчик, обожаю перчики. Наверное, он вкусненький. Короче, я тут пришел в отдел с сушами. Я их просто обожаю, сейчас что-нибудь возьму. Суши взял, нужен соевый соус. Вот, как раз есть соевый соус и имбирь, полный комплект. Отличненько. Капец, я молодец, набрал такие классные продукты, я 100% на них протяну целый день. А торопиться времени нет уже. Как бы обычно проходил мой сегодняшний день, сегодня у меня был по плану спорт, поэтому я обязана позаниматься. Смотрите, что я нашла. Резинка для фитнеса. Супер, беру. О, ну и кому такая фитоняшка достанется? Саша, ты чё? Ты чё, стой? Стой, подожди, я первая. Я первый. Времени уже нету. Блин, тележка. Телега. Нет. Мы уже на месте, и у нас ровно минута, чтобы собрать все, что нужно у нас дома. А-а-а, все, что нужно! Мне нужно все! 3, 2, 1, погнали! Погнали, я наверх! А я уже спец в этом! Хватит кричать, Саша! Чтобы было мягко на лестнице, нам нужна подушка, даже две, еще одна. Так, идете со мной. Что можно взять еще? Из одежды не знаю. О, мягкий коврик, точно, беру. Та-та-та-та-та-та-та-та, бегу. Что мне нужно, я даже не знаю. Блин, точно знаю, мне нужна лампа. Вот эту лампу беру. Она скрасит мое времяпрепровождение. И мне не будет так страшно в этом жутком чулане. Мне еще нужны джойстики. Точно, я же смогу телек рядом. Я смогу его развернуть, если что, в PlayStation поиграть. Быстрее. 100% в ванной мне что-нибудь нужно. Зубная щетка, например. Беру зубную пасту еще. Бери скорее. И косметику. Косметика, вот она. Зеркало на всякий случай. О, ты мой родненький. Чуть тебя не забыла. Саша, ты что тут делаешь? Быстрее! Что здесь мне надо? Так, нужно взять обязательно приборы. Да, ложка, вилка,
Ага, ложка большая. Все, есть! Еще я возьму чашку. Так, и канистру с водой. Вода это вообще обязательно. Несу. Так, и ложки. Так, я возьму одеялку. Обязательно. Потому что без одеялки ночью я замерзну. На улице уже осень получается. Мой угол. Так. Что мне еще нужно взять на кухне? О, кофемашинка, точно беру. А что, тащить недалеко, а кофе я люблю. Ах да, я самое важное забыла. Это же мои попыты. Без попытов я вообще никуда. И от стресса помогут еще и для тепла. Не пойму, все я взяла или нет. Надо что-то взять, чтобы дома выютить. Так, что это может быть? Сколько у меня времени? Вот же, вонючка! Точно! Она очень-очень вкусно пахнет. Сейчас поставлю прямо себе на лесенку. Вот сюда. И запах плохой не пройдет. Саша, ты че это? Ты че это взял? Кофемашину, что ли? Да. Офигеть, да. У тебя там розетки есть? Да, мне повезло. Блин, у меня нет на розеточке. Вообще, короче, голые стены. Аня, времени! Времени больше нету! Ну что, наши 24 часа на и под лестницей начинаются! Ну что, теперь можно успокоиться и наконец-то с вами поздороваться! Всем привет, я Аня! И ты на Double Bubble! И сегодня 24 часа я буду жить здесь! А я здесь! Самое время обустроить свои двухэтажные апартаменты. Я столько набрала подушечек. Вы посмотрите, я могу спать на каждой из лестничек. Но я выберу обязательно то место, где самая широкая ступень. Это вот этот угол и вот этот. Пусть у меня будет здесь одна подушечка, а если мне станет скучно, я переползу на нижний этаж. А, я же еще для тепла собрала попыты. Сначала я разложу их. О, даже Микки Маус сюда затесался. Конечно, подушечку сюда, опачки. Будет тепло. А вонючечку куда мне поставить? Лучше в спальню или на кухню? Ладно, пусть пока в спальне стоит. А, как вкусно пахнет. Ну-ка, опробую, насколько удобно здесь будет ночью сидеть. Так, о. О, ну как-то так. На самом деле кайфно и очень уютно. Я вообще обычно сплю с поджатыми коленками, поэтому мне в самый раз. Так, я набрал столько мягких подушек всяких. Я сейчас сделаю себе просто настоящую офигенную крепость. О, я просто офигенное место нашел. Я на самом деле сначала думал, что на лестнице лучше, но теперь я знаю, что под лестницей места больше. О, вообще класс. Так, у меня тут подушечки. Это вообще, это 5 звезд, это Мальдивы. Во, это красота. Еще у меня есть одеяльце. Оно мне, конечно, сейчас не нужно. Но для уюта я его вот сюда положу. Тут коробки всякие. Надеюсь, под лестницей не водятся пауки. Я боюсь пауков. Вот так, думаю, нормально. Здесь у меня будут лежать продукты. Еще у меня есть кофемашина. Мы ее сейчас подключим вот сюда. Я смогу сделать себе кофе. Только кофе я забыл. Блин! Ладно, я что-нибудь придумаю. Эй, я не поняла, что там за апартаменты? Еще и с кофемашиной. А вот такие вот у меня тут апартаментики, не завидуй. Первое, что я обычно делаю по утрам, это, конечно же, прихорашиваюсь. Для этого я сейчас взяла зубную щетку и зубную пасту. Так, кстати, у меня есть чашка. Ха-ха, я же продуманная. Я опытная, 24 часа мейкер. Короче, в чашку я наливаю водичку, чтобы потом сполоснуть рот. Теперь намочим щеточку и на нее пасту. Ну что, приятно мне умыться. Блин, как же можно было забыть кофе? Я взял кофемашину, а кофе забыл. Что мне делать? Я так хочу кофейка с утра. Ребята, а у меня есть идея. Кофе же там, а у меня есть телефон. Так, у меня, короче, есть приложение, в котором управляется наш пылесос-робот. Я сейчас его отправлю за кофе. Надеюсь, мне удастся пачку сбить сверху. Давайте попробуем. Так, где тут кнопки? Вот они. Ну-ка, пробуем.
Я не поняла, что там происходит? Отлично, отлично, давай, главное, чтобы сработало сильнее, разгоняйся, разгоняйся. Ну, давай, 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 давай. Давай, давай, давай. Yes! Офигеть, как он до этого догадался? Кофе с доставкой готов. Это, конечно, было гениально. Порой сам поражаюсь. Опа, готово. Ну, вы поняли, работает. Ароматный, горячий, свежемолотый кофе. Жалко, стаканчик не взял, но ничего. Просто великолепно. Вообще лайк. Ой-ой-ой, подумаешь, горячий кофе. А у меня есть холодный кофе. Я себе позаботилась. Я же просто его обожаю, поэтому, конечно же, я его взяла. Как увидела, прям так сразу и взяла. Вот, с трубочкой. Причем, смотрите, она не пластиковая. Так. С карамельным вкусом. Что за вкусняшку я взяла? Ой. А еще на завтрак у меня есть вкуснейшие круассанчики. Где-то они тут были. Вот они, смотрите, сколько их штучек. Короче, я взяла специально с запасом на целый день. Так, вот эту булочку беру. Где-то моя была штучка еще вкусная. Вот она, та-дам! Это самое вкусное сочетание на земле. А, прям пальцем. Ух! И просто макаем туда. Так вот. Ну, очень вкусно, правда. Эй, что там жуешь? Я тоже голодный. Ладно, я тоже еды тут всякой набрал, классной. Например, рольчики вкуснейшие. На самом деле, не знаю, вкусные они или нет, магазинные. Так, еще мне нужен соевый соус и имбирь. Так, я только что понял, что здесь у меня будет кухня. Эту кофемашину буду использовать не только для кофе, но еще и как столик. Ни разу реально не ел магазинные роллы. Надеюсь, не отравлюсь. Соевый соус. Имбирь маринованный. Так, давайте сначала немножечко имбиря затестируем. Имбирь как имбирь. Палочки забыл. Ну ладно. Блин, и васаби. Слушайте, а нормальные роллы. Свежие. Да-то я молодец, что их взял. Просто супер. Это сытно и полезно. Слушайте, я только что понял. Я васаби к роллам не купил, зато купил арахис с васаби. Это просто идеально. Очень умно с моей стороны. Ну-ка, попробуем. Вот такие зеленые орешки. Очень васабно. Очень. Надо быстрее роллы закусывать. Самый необычный микс, который я ел в жизни. Капец, роллы он там ест. Вот почему я до этого не догадалась. Я умылась, подкрепилась. Время развлечений. Я как раз набрала себе классных слаймов. Один из них кранч. Вообще офигенный, с какими-то пупырышками. Такой я еще точно не жмакала ни разу. Единорожковый. Конечно же, я его взяла. Как же я могла его пропустить? И еще один какой-то вот такой рыжий. И причем смотрите, какой он такой какой-то странный. Написано, что это баттер слайм. Слайм-масло. Ну, посмотрим, что это такое. Короче, начну вот с этого пироженки. Интересно, какой он на запах. Прикольно пахнет, кстати, каким-то реально конфетами. А, выгребаю его весь. Ну-ка, иди сюда. Кстати, отлипает он не так уж и плохо. И прозрачный вообще, как молоко. Точнее, белый, как молоко, а не прозрачный. Так. Ну, вот он как выглядит. Сейчас всю эту штуку я замешаю прямо внутрь. Как он хрустит офигенно, уже круто. Тик, тик, тик. Ух ты, как круто. Смотрите, как он растягивается. Розочка. Вот так. Вот этот звук. Он самый мой любимый. А что это он рвется? Эй, нечестно. Я не затем с вами покупала, чтобы он рвался. Ну-ка, еще один шанс. Как же это все красиво. Прям вообще супер. Единорожковое или масло? Единорожковое или масло? О, хочу единорожковый. Открывайся давай.
Эй, что-то он слипся там внутри. Его в магазине кто-то до меня пожмакал. Все, собираем со стеночек. А, вот он. О, аромат очень приятный, прям жвачки. Какой он крутой. Этот мне намного больше нравится, если честно. Эти пупырышки, они все портят. Воу, как жвачка реально. Что-то он весь расплылся у меня. Ладно, это же слайм, я его так могу собрать, типа пам. И все вместе с грязью осталось у меня на слайме. И этот слайм по сравнению с тем намного лучше пахнет. Ну и тянется он намного лучше. Вообще как жвачка. Но, к сожалению, к рукам он намного сильнее липнет. Вот это вот все отлеплять, смотрите, у меня прям между пальцами все остается. Ну, куда это годится? Давайте послушаем, как он кликает. Предыдущий просто вообще отлично звучал. Сжимаю изо всех сил. Нет, вообще нету звука. Эй, ну вот. Единорожковый слайм называется. Ой, повторюшка, тоже слайм взяла. Наверное, увидела, как я в магазине брал. Смотрите, я взял со Звездными войнами. Интересно, что там? Как-то он фигово открывается, если честно. Мамочки, что это такое? На моей подушке упала! Что это вообще такое за пакетик? Ну-ка. Тут, короче, этот есть. Наклеечка чувака из Звездных войн. А, я понял! Это, наверное, наполнитель. Его нужно в слайм замешивать. О, боже, что это я взял? Это что? О, фу! Это слайм, слизь! Фу! Да, такая желешка прикольная, смотрите. Так, эти штуки, наверное, нужно сюда замешать. Честно говоря, не особо понимаю, какие тут Звездные войны, кроме звезд и чувака из Звездных войн. Ну ладно, наверное, продавцы этого слайма знают лучше. Завешиваем все это в слизь. Блин, я боюсь просто, что это выпадет на белоснежные подушки, и тогда мне конец. Короче, ничего не замешивается, я вам так скажу. Все вываливается. Ну, чуть-чуть замешивается, смотрите, кстати. Ой, красиво. А! Мама! Так, а это что такое? Это что, татуировка? Нет, просто вот такая штучка, ее кладешь сюда. Так, звездочки замешиваем. Получается слайм Звездные войны. О, чуть-чуть замешалось. Ребята, я пока слайм крутил, ко мне кое-кто пришел. Ему очень нравится мое, это, коморочка моя. Видишь, папа, где 24 часа будет сидеть? А ты тоже вырастешь, у тебя тоже будет челлендж. Вот это коморка с подсветкой. Нравится? Аня, а можно Николай здесь вместо меня 24 часа проведет? Нет, нельзя! Ты че, Саш? Видишь, мама не разрешает. И третий баттер слайм. Он вообще... Офигеть, как он липнет сильно! А он вообще нормальный, нет? Все падает! Жесть какая! Что у меня вообще с руками? Я это смою или нет? Я же на лестнице, я не могу в ванную дойти! Как его отлепить от себя? Он еще и на лестнице у меня весь просто вытек. Все больше и больше прилипает. Нет! Что это вообще такое? Капец, ребята, этот слайм вообще испорчен. Огромный дизлайк ему. Как мне теперь от этого отделаться? Я, конечно, к сожалению, купил всего один слайм, но зато я купил что-то получше. Просто посмотрите. Вот это развлечение для моей комнаты удовольствий. Офигенно. Смотрите, короче, тут есть кольцо. Его как-то надо прикрепить. Так, это еще не ясно. Куда прикрепить я найду? Еще есть шар и мяч. О, боже, даже есть мини-насос. Офигеть, мини-насос, реально. Ну-ка, вставляем его сюда. Неужели будет надуваться? О, надувается. Круто. Блин, вот это класс. Интересно, а сильно качать? О, офигенный мячик получился. Так, короче, давайте закрепим куда-нибудь сюда, чтобы было красиво. Опа, держится. Ну что, поиграем в баскетбол? А вот это я попал, да, с первого раза, видели? Кидаю задом. Попал? А сейчас? Да ладно, задом, класс. В общем, это полный кайф. Фух,
Хорошо, что этот слайм отскоплился. Я целый час пыталась его оттереть с рук и с пола. Фух, после такого стресса мне реально нужно подкрепиться. Хорошо, что у меня есть супчик. Вот такой грибной суп-пюре. Как мне хочется уже его попробовать. Конечно, у меня только холодная вода, но ничего, будет летний суп гаспачо из грибов. О, да, что-то тут не густо супчика. Вот этот порошок, это суп, что ли? Что-то странное. Похоже, если честно, больше на муку. Еще мини-ложечка, мини-вегенсы, что это такое? Мини-заправка и мини-соль. Как это мило смотрится. Ладно, приступлю к готовке. Теперь нужно залить водой. Надеюсь, что холодная подойдет и тут хоть что-то заварится. По цвету такое ощущение, что я какой-то земли заварила. На всякий случай для вкуса добавлю соль. Теперь этой распрекрасной ложкой я все помешаю. Мне кажется, ли здесь просто ничего не растворилось? А, какие-то ошметки! Все-таки нужна была горячая вода, да? А я такие надежды возлагала на этот супчик. Я уже, наверное, минут 15 усиленно мешаю, и все эти ошметки мне все-таки удалось вымешать. Вон, смотрите, консистенция жидковатая. Ну ладно, крем-суп так крем-суп. Ну что, давайте пробовать. Знаете, вот если бы он был горячим, наверное, это было бы вкусно. А почему так мало соли? Я же вроде добавляла соль. Получилось не очень, конечно. Нет, ну грибы на вкус есть, а супа нет. Я больше так не могу. Блин, хочется нормальный обед. Пока Аня там ест невкусный суп, я решил попробовать вот эту газировку. Я очень давно хотел ее попробовать. Вкус арбуза. Как вкусно пахнет. Ну-ка. Очень необычно. Но, честно говоря, арбуза мало отдает. Вообще не арбузная. Даже не пойму, на что вкус похож, если честно. Какой-то мультифрукт. У меня тут как раз есть место, куда ноги вытянуть. А еще я взял себе вот этих же перчиков. Они очень вкусные. Это перчики черри. Я такую еду очень люблю. Они в масле, а все, что в масле, это вкусно. Я такой политики придерживаюсь. Так. Если никогда не пробовали, это очень вкусно. Прямо рекомендую. Главное сейчас просто свою кровать и комнату не облить маслом, потому что я ее до завтрашнего утра не смогу отмыть. Какая вкуснотища. Ну-ка, давайте попробуем. Это очень вкусно. Максимально вкусно. Они даже, знаете, чуть-чуть остренькие. Классный обед. Развалился он там, перчики хрумкает. И сейчас какой-то новой газировкой. Ты что? Не завидуй мне. Я купил себе самые вкусные газировки. Иди отсюда. У меня есть твоя газировка. Вот сейчас я и покажу тебе. Ой, твоя газировка точно такая вкусная, как моя. Потому что моя больше вкусная. Невкусная у меня газировка? Ха! Что у нее за вкус? На каком это языке написано? А, вот, тут по-английски есть. Melon and cream. Крем-дыня? Давайте пробовать. О, шипучка. Вау! Это что-то нереальное. Какой необычный вкус. Я эту газировку пью впервые, слушайте. Ну, очень вкусно. Прям вообще восторг, я бы сказала. Эй, я не понял, что там за восторг? Саша, ты что делаешь, а? Я и так тут еле отмылась от этого слайма. Еще бы сейчас газировку сладкую на себя пролила. Эй, ты, будешь со мной в крестики-нолики играть? Нет, Аня, у меня есть идея получше. Давай играть в PlayStation. О, круто, ты что, джойстики взял? Да, держи. Ну, еще. Вот, спасибо. Так, сейчас телек, главное, чтобы он не упал аккуратно. Во! Ну что, во что будем играть? Давай в мартуху еще на желание. О, на желание? Это я вообще обожаю. Что будем загадывать? Кто побеждает, получает сочную горячую пиццу. По рукам? Давай. Так, я буду играть, короче, с кого? Вот, за Сабзира буду. Серьезно? Я уже выбрала вот эту девочку. Она моя любимая. Вот, на тебе, получай. Вот так. Эй, нет, нечестно. Стой, хватит. Ай, как тут защищаться-то? Саша, прекращай. Ха-ха, нашла с кем играть, да я тебя выиграю вообще легко. Я профессионал в этой игре. Пицца моя просто 100%. Учись, получай.
Я что, получается, выиграла? Ура! Штрафница моя? Что? Да я первый раз в эту игру проиграл, и то нечестно. Ты как будто тренировалась, да у меня джойстик сел, давай переигрывать. Ой, ну все, хватит там, прими свое поражение с достоинством. Да, дорогая, знаешь, что я тебе тогда скажу? Ну давай. У меня план-то был хитрый. Ну? Как ты заберешь у курьера свою пиццу? Как? Ха-ха, пылесосом-то могу управлять только я. Приложение есть только у меня, поэтому я сейчас поеду, заберу твою пиццу и съем ее. Саша, нет, ты че? Давай 50-50 тогда. Вот, уже курьер звонит. Саша, отправляй быстрее пылесос. Давай, за моей пиццечкой отправляйся. Алло, да, мы уже отправили к вам пылесос. Как зачем? Положите на него пиццу. Ну, конечно, кладите. Да. Заказ оплачен? Да, все, давайте, кладите. Отлично, спасибо. Пиццы-то мне было, я выиграла, а ты хотела ее забрать нечестно. Как же я сейчас полакомлюсь. С удовольствием. О, вот это вкуснотища! Чувствуешь аромат? Чувствую, конечно, дай кусочек хотя бы. Нет, только после. Пожалуйста, меня. Дай. Не, не трогай, что это? Захочу, съем всю коробку, захочу, с тобой поделюсь. Я же выиграла. Да нечестно, ты выиграла. Уже вон вечер темнеет, и я такой голодный. Полезу к себе в берлогу. Не нужна мне от тебя пицца. Фух, все, больше пиццы не помещается. Я не могу больше есть. Убирай ее сюда. После такого плотного обеда точно нужно позаниматься, калории согнать. Да уже и вечер, ну-ка свет себе включу. О, так лучше. Так, где-то моя была фитнес-резинка. Ага, вот она. Сейчас-то я поделаю какие-нибудь упражнения. Так, отлично. Вау, какая-то она вся силиконовая и такая здоровая. Эй, что это вообще такое? Я не понял, ты что там, спортом будешь заниматься? Я хоть пиццу не ел, но тоже хочу быть в этой форме. Мне вот гантели я купил. Буду качаться. Сделаю сначала упражнение на плечи. Это что сейчас было? Она что, порвалась, что ли? А, нет, просто развязалась. Жесть, какую-то я вообще фигню купила. Ладно, вот так потренируюсь. Погодите-ка, а что так пиццей пахнет? Главное не выпасть. Птица тут, они не видят. Я своровал мне пиццу. Пицца, пиццечка. Уже остыла. Но еще такая же вкусная. Хоть голодный спать не лягу. Ребята, ну что, световой день подходит к концу. На улице уже почти полностью стемнело. Пора готовиться ко сну. Можно уже взбивать подушечку. Хорошо так устраиваться на ней мягенько. И смотреть сериальчик. Хотя, стоп, какой сериальчик без мармеладочек? Спортом-то я позанималась. Теперь могу себе позволить скушать. Даже две. Слиплюсь. Три. Вкусно. Так, какой сегодня сериал будет? А, вот этот не досмотрела, точно. Сериальчики, она там смотрит. Ладно, я кое-что придумал. Я же, помните, в магазине купил вот эту штуку. Сейчас мы Аню напугаем. Ну-ка. Нет, это не я. Это этот, домовой. О, капец, ты меня напугал. Я что,
шутка прикольная. Ладно, все, не смей меня больше пугать. Я ложусь спать. Спокойной ночи. Да спокойной ночи, спокойной ночи. Пиццу-то я твою уже доел. О, красота. Ложусь спать. Все, свет выключаю. Опа. Фух. Ой, как удобно. Не представляю, как там будет Аня. Аня! Ой, спина моя болит как! Анюта! По-моему, утро уже! О, да, точно! Да ладно! Я же то переночевала на лестнице! Как тебе тут? Ой, Боб вообще офигел просто! У меня там синяка нету! Жесть, я все отлежала! Ну что, ребята, как вам сегодняшнее видео? Понравилось или нет? Скорее пишите в комментариях. А еще не забывайте подписываться на мой классный инстаграм. Всех обнимаю и люблю. А я, походу, пошла досыпать на кроватку. Ставь лайк и подпишись на наш канал.